«Прикосновение к мастерству». Под таким названием в столице Чувашии прошел фестиваль детского и юношеского творчества. В Театре юного зрителя имени Сеспеля развернулась огромная выставка. Здесь работы ребят со всей республики. И работы были светлые, чистые, такой теплотой отдача была, что даже жюри захватило какой-то позитив для себя. И мы вот, как бы сказать, от выставки ушли в таком восхищении. Тут же устроили большую книжную выставку. Победители и призеры конкурса смогли пообщаться с известными чувашскими писателями и поэтами Светланой Азамат, Алевтиной Корочковой, Михаилом Красновым. Из их рук ребята получили дипломы и ценные призы. Победителей выбирали в трех номинациях – живопись, декоративно-прикладное искусство и дизайн. Творческие конкурсы, фестивали – это очень значимо и важно, потому что по своей природе каждый ребенок талантлив. И необходимо раскрыть его талант, его умения, дать ему дорогу в жизни, научить новому. Кстати, в течение всего лета конкурсные работы можно будет увидеть в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке.